С нового года 17 таможенных процедур переведут в электронный формат. Среди них транзит, импорт и экспорт. Об этом сообщили в ходе видеоконференции, на которой обсуждались проблемные вопросы информационной системы «Астана-1». По словам предпринимателей, готовность к ее использованию не превышает пока 30%. Усложняя ситуацию тот факт, что таможенные декларации, оформленные с использованием старых информационных систем, принимать не будут. Учитывая некоторые не до конца решенные нюансы, внедрение проекта станет поэтапным. Эта система направлена на внедрение международных стандартов в таможенной службе. Эта система направлена на декларирование товаров полностью в безбумажной среде и на внедрение единого окна, то есть взаимодействие со всеми информационными органами, со всеми информационными системами всех государственных органов внутри нашей страны. Если система будет работать так, как она должна работать, эффект будет колоссальный, потому что мы ожидаем сокращения оформления где-то порядка в 8 раз.